Привет, друзья! Я рада вас видеть на канале «Особенный Петя». Что это такое за странная композиция, спросите вы, на листе бумаги? Это, кстати, наши остатки от обоев после ремонта. А сейчас я каждый этот предмет обведу по контуру. И это будет небольшое задание для Пети. Когда он вернется из детского сада, мы ему предложим соотнести контуры с реальными предметами. Такое уже предлагали, и, в принципе, ему очень понравилось. Петечка, иди сюда! Иди сюда, Петь! Я тебе приготовила одну интересную игру. Пойдем играть. Задача Пети соотнести вот эти тени и предметы. Ага, смотри-ка, что это у нас? Какая-то головоломка. Поможешь найти, какой предмет соответствует каждой тени, каждому контуру. С чего начнем? Гидать. Ну, давай, ищи. Что это может быть? Труба. Труба? Или что? Подумай. Труба. Вот все предметы вот тут лежат. Посмотри внимательно. Труба. Осмотрись, осмотрись. Ты можешь брать какой-то предмет и искать здесь его тень. Угу. Правильно, только бочком надо положить. Это конус. Положи вот так вот, он лежит бочком. Да, верно, верно, да. Получилось. Ага. Дальше. Бери какой-нибудь предмет. Какой тебе тут кажется? Как это называется? Светофор. И где же его тень? Ну, давай, давай. Прикладывай, прикладывай. Точно. Точно. Получилось, да. Давай вот так, переверни его, чтобы он лежал. Можно вот, вот так, смотри. Вот, все, вот так вот. Ты правильно положил, видишь? Он никуда не катится. Ну, давай дальше. Что тут еще такое нарисовано? Это что такое, как ты думаешь? Что там увидел? Штуки. Что-что? Барабан, ты думаешь? Ну, это просто коробочка. Какой она форма? Посмотри на эту коробочку, Петь. Да. Какая она, коробочка, форма? Правильно. Да, правильно, круглая коробочка. И там ее тень была нарисована. Тень. Тень. Давай дальше. Дедать. А это что такое? Деда. Это? Как называется, помнишь? Рельса. Деда. Да, где от них тень? Деда. Давай, ставь. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Угу. Наверное, кажется, другой стороной надо перевернуть, чтобы совпало. Переверни, переверни рельсу. Ну. Угу, вот так, да. Правильно. Дальше. Кто же еще тут у нас зашифрован? Дедать.
Это что такое? Бабай. Это щетка. О, да. Щетка. Вот. Ну, можно и так использовать. Где ее здесь тень? Тоня. Ну, ставь, клади. Угу. Правильно, да. Получилось. Так, что же еще осталось здесь? Петюш, посмотри. Что еще осталось? Обезьянка. Весы. Весы. Все такое сложное ты разгадал. Все сложное ты разгадал. Ой. Сломал. Ну ничего, починишь. Вот и починил. Где ее тень? Тоня. А ты ее положи. Положи, да. Только надо перевернуть теперь. Где ушки? Так, да. Вот и клади ее на спинку. Чтобы тень соответствовала. Смотри, вот так, видишь? Вот так. Вот, теперь все соотносится. И у нас осталось еще чуть-чуть. Ну-ка, посмотри, чего мы тут не распределили. Что? Нога, нет, это. Нога? Где нога? Вот она. Да, правильно, нога. Но ее мы поставим в самый последний момент. Вот у тебя еще вот здесь вот лежат предметы. Посмотри-ка. Ой, точно. Ножницы. Да, верно, верно. А еще что у нас осталось? А, коврик. Тобой. Коврик. Внимательно посмотри. Тебя специально запутал. Мне кажется, это коврик слишком большой для этой тени. Посмотри, тень-то маленькая. Да. А для этого коврика иди поищи тень, поищи. Вот, да, правильно. Вот здесь он, да. Ну, и еще последний рисуночек остался, посмотри. Да, верно. Правильно, Петь. Все тени нашел, да? Все нашел, все сделал. Молодец. Тебе понравилось играть в эту игру? Да. Дай мне 5. Мне тоже понравилось. Опа, здорово. Папа, папа. Папа, папа, папа. Пап. Мама, папа, жаба, цап! Ну, вот такая вот классная игра. Разминочка такая, да? У нас с Петей вышла. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте, как мы говорим, лайк. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Пока-пока!